Решил я снять ролик и поделиться о том, как поступить, если у вас произошел небольшой краш, как у меня. Я даже не заметил, даже продолжал дальше летать, когда у вас от винта отвалился где-то 1 сантиметр. И, естественно, винт уже с этой стороны нормальный, с этой ненормальный. И как поступить, что с ним делать, выбросить или не выбросить. Поэтому я решил с вами поделиться. С вами я, Георгий Славянко, и вы на канале «Сделал сам». Делюсь народом. Никого не учу, а просто рассказываю, как я поступаю в данной ситуации. У меня уже вот такой винт, но это, правда, не мой винт, это винт товарища. Он когда-то был 94/43. Я, кстати, такие винты сейчас и заказал, но пока нету винтов. Не знаю, конечно, на них уже не полетаешь, потому что получается два винта 10/45. Вот он, отставить, это не он. Вот он 10/45, живые ему, насколько. А два винта пришли, не то что в негодность, но во всяком случае поломатые. И вот отломалось вот столько. Точно так же произошло и с этим винтом. Я его использовал уже не на квадрокоптере, а на самолете. Я просто углы обрезал, и он у меня стал уже не 90/43, а немного меньше. Итак, что я сделал? Я просто взял вот винт, который у меня обломанный, вот он тоже второй же винт, и я вот так его немножечко укоротил. Как он будет себя вести, понятно, что можно, конечно, квадрокоптер потом взять и отбалансировать, но это эту сторону тоже надо будет в любом случае сейчас доводить до ума. Вот я сейчас доведу его до ума и с вами поделюсь, как я сделал. Он уже, конечно, уже не станет. Это у меня винт тоже Гемфан, только 8/40. Видите, он уже не 8/40, то есть где-то будет, наверное, все-таки на 90, как бы не на 94. Но когда придут вот такие винты, потом уже я сравню, насколько же он у меня стал. Так что буду сейчас проводить эксперимент по восстановлению винта. Эту сторону уже обрезал, теперь я примерно приложу, обрежу эту сторону. Даже не обрежу, а просто возьму напильничком и аккуратненько заточу. Привел я винты в рабочее состояние, по моему разумению. Понятно, что они сейчас дисбаланс у них, необходимо балансировать. Понятно, что не просто так они сделаны, 10 именно такой формы. Возможно, конечно, уже эффективность данных винтов будет не та, которая была изначально. Вот пример, как на этих винтах. Ничего страшного. Не выкидывать же. Зачем выкидывать, если есть винт и обрезал. Правда, он у меня сейчас стал уже не 10, а стал всего лишь 9,2. Для тех, кто не в теме, хочу рассказать, что такое 10. Вот 10/45. 10. Это размер винта, то есть диаметр. Вот диаметр получается, до 2,54. Если мы делим на 25,4, если мы делим на 2,54 дюйм, то получаем 10. Этот у меня сейчас стал вот где-то 23,4, делим на 2,54, получаем 9,2. Там в периоде что-то есть еще. Как он будет летать, не знаю. Прежде чем летать, надо будет еще вот эти два обрезать. Я пока что нахожусь, как говорится, на пути. Стоит обрезать или не стоит обрезать. Если я буду заказывать еще такие же винты, то я думаю, обрезать смысла нету. А если я не буду заказывать, то надо комплект сделать. И чтобы была возможность, можно было полетать, посмотреть, как они будут себя вести в воздухе. Я имею в виду подъемная сила и будет ли она вообще... Какая-то подъемная сила, в каком он состоянии будет находиться квадрокоптер при полете на данных винтах. Я думаю, тоже вам будет интересно. Мне, во всяком случае, интересно. Потому что я заказал винты. Заказал винты DJI-овские. Там, я вам показывал вначале, там белый винт обрезанный. Что-то с отправкой они что-то китайцы тянут. У них там начинается Новый год какой-то. Ихний Новый год. Понятно, что... Месяц это как пить дать, они будут китайскую водку пить. И ни черта не делать. Все.
На этом буду заканчивать. С вами был Георгий Славенко. Вы на канале «Сделал сам, делюсь с народом». С вас подписка, комментарий. Поделитесь своим мнением о том, что я сделал хорошо, плохо. И может быть кто-то уже проходил через это. Интересно все-таки. Так что делитесь в комментариях. И будет информация полезна не только мне, а и моим подписчикам и зрителям моего канала. Еще раз, до новых встреч на моем канале.